До 20-градусной отметки сегодня ночью опустятся столбики термометров. Кажется, что зима полностью вступила в свои права. И это в ноябре месяце. Необычно холодным и снежным признан синоптиками последний осенний месяц года. Нынешний ноябрь оказался самым капризным за последние несколько лет. Но такое периодически случается в крае, утверждают синоптики. Абсолютный максимум ноябрьской температуры регистрирован в 2003 году, когда столбики термометра поднялись до 20-градусной отметки, до минус 34 градусов мороза фиксировали в 1927 году. Метеорологи уверяют, будет еще в Приморье теплом. Вторая половина месяца окажется стандартной ноябрьской. Вот осадков ожидается больше месячной нормы. На сегодняшний день уже почти достигнуты числовые показатели по снегу и дождю в ноябре. В ближайшее время 11, 14, 17 ноября температура воздуха повысится. Соответственно, днем до плюс 5, плюс 6 и плюс 9 градусов. Эти дни будут сопровождаться выпадением осадков. Ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега или дождя.